Солнечные ожоги – пожалуй, одна из самых распространенных неприятностей, которая может произойти с хвойными растениями, особенно в первые 2-3 года после высадки. Случается это в конце зимы и весной, когда яркий солнечный свет, отражаясь от снега, особенно агрессивен. Страдает в первую очередь открытая часть кроны, находящаяся с солнечной стороны. Чтобы спасти растение от назойливого весеннего солнца, его необходимо укрыть. И сделать это нужно глубокой осенью или зимой, но не позже февраля месяца. Собираем каркас в виде пирамиды. Втыкаем поглубже в землю бамбуковые ветки, чтобы будущую конструкцию не унесло ветром. Вместо бамбука также можно использовать любые деревянные бруски, прутья или черенки от лопат. Скрепляем каркас выше растения. Далее оборачиваем пирамиду мешковиной. Если мешковина редкая, то как минимум с южной стороны необходимо обернуть в 2-3 слоя. Преимущество мешковины в том, что она пропускает воздух и не создает парникового эффекта в солнечный день. Внизу оставляем небольшую щель, чтобы когда выпадет снег, была возможность им присыпать корни.